Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России отзываются популярные кроссоверы Nissan Tirana. Речь идет о более чем 500 автомобилях, выпущенных осенью прошлого года. Со списком ВИН-кодов можно ознакомиться на сайте Росстандарта. Причиной является вероятное появление коррозии на двигателе в месте нанесения номера силового агрегата. Трасса 101. ГИБДД порекомендовала автомобилистам отказаться от несрочных поездок в ближайшие дни. Визит к родственникам, друзьям и другие вояжи, не связанные с работой, могут обернуться заражением коронавирусом. Также госавтоинспекция обязала своих сотрудников минимизировать контакты с водителями. То есть без особой надобности приглашать нарушителей в патрульный автомобиль не будут. Трасса 101. У кировских водителей нередко возникают сложности при проезде перекрестков. Не разобрался в знаках приоритета, не заметил запрещающий сигнал светофора и устроил ДТП. Такие аварии, по данным ГИБДД, составляют пятую часть всех дорожных инцидентов. В них с начала года погибли 9 человек. Всего за 10 месяцев 2021 года на дорогах нашего региона было 103 летальных случая. Почти 1800 граждан получили травмы. Трасса 101. Московские власти все-таки докрутили идею с введением на некоторых улицах максимально разрешенной скорости движения транспорта в 30 км в час. Первыми ласточками стали Варварка, Малая Дмитровка, Малая Бронная и Большая Никитская. Столичный Дептранс обосновал это тем, что там большой пешеходный трафик, много офисов и кафе. Список улиц с новым скоростным ограничением будет расширяться. Трасса 101. Среди новых легковых авто бюджетного сегмента больше всего прибавил в цене Volkswagen Polo. Его средняя стоимость с начала этого года, по данным РИА Новости, выросла на 27%. Сейчас за модель просят минимум 1 миллион 34 тысячи рублей. На втором месте находится Lada Vesta, плюс 15%. Цены на вазовский флагман начинаются почти от 800 тысяч. Бронза у Hyundai Solaris, который подорожал в среднем на 12,5%. Кореец обойдется минимум в 900 тысяч рублей. Цены взяты с сайтов производителей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.